Сегодня 25 июля, добрый день всем. И я, конечно же, нахожусь в Сантьяго де Компостелла. И хорошо, что я вчера попала на мессу, вообще посмотрела вчера все, потому что сегодня все закрыто. На утреннюю еще мессу, наверное, можно было бы попасть, но я не смогла. А сейчас уже нельзя, потому что сейчас уже здесь приедут король, Санчес, все мэры и так далее, и так далее. В общем, уже не попасть. Ну, сейчас я еще, конечно, попробую, но, наверное, скорее всего, уже я не попаду. Сегодня уже туда не пускают вовнутрь. Вот такая вот очередь, конечно, туда на вход. Сюда на вход. Но, может быть, не войду. Конечно, идут, вот заходят приглашенные. Я так думаю, что это разные ассоциации такие прочие. И потом, если останется время, то и место, то остальных пустят. Несколько человек только пустили. Может быть, человек 5 всего лишь. Как они пролетели, я не увидела. Так, ну что вам сказать? В общем, я честно отстояла, но пропустили всего лишь 5 человек. Впереди меня были монашки, и их даже, ну не то, что впереди меня, еще впереди остались монашки, и их даже тоже не пропустили, ну, потому что все, видимо, все заполнено было. Вот это вот 5 человек первых пустили, которые девочки стояли там. Все. В общем, не попала я на эту... мероприятие, ну ничего страшного. Людей много очень стоят в очереди на мессу. Я сейчас хочу зайти с другой стороны. Эх, вот они летят. Увижу их наконец-то сейчас. Корона Рурал Гаего. Что они хотят тут опять, непонятно. В общем, опять они тут что-то. Вот флаги красные. Пользуются ситуацией. Ну вот эти вот хотят здесь республики. Республика Гаего, говорят. Ну не знаю. И главное, зачем? Не пойму, это один тот же или новый митинг на другой площади. Они входили, конечно.
конечно, через главные ворота, и выходить будут через главные ворота. Так, мы идем по уличке сразу от собора. Мы здесь заказали столик себе. Девочка нам вчера порекомендовала. Ресторан, чтобы пообедать. И мы сейчас идем в ресторан пообедать. Это просто обалдеть. Это просто жесть какая-то. А, мы вот здесь, кстати, в этом ресторанчике заказали. Орея. Ну, чтобы вы понимали, они вот прям на подоконниках, вот везде стоят. Вот так они прям едят. У них люди плюют с тарелки, но они едят все. Жесть. И я сейчас так буду есть, наверное. Нет, я вовнутрь пойду. Наконец-то нам разрешили зайти на площадь. Открыли площадь. Я хочу, конечно, посмотреть этот вход. Его уже закрыли сразу. Все, первый. Все, видите, уже закрыли вот оттуда. Они были там все. И этот вход открывали для вот короля с королевой. И сейчас все уже закрыли сразу. Я хотела, конечно, посмотреть на него, но... Все люди сразу бросились за телефоны, фотографироваться и так далее. Тио. Жалко, я хотела посмотреть. Думала, что они оставят его зайти через эти двери. Но нет, закрыли сразу. Зашли мы все-таки сегодня опять в собор. Сейчас 4 часа, сейчас будет мессу. Посидим еще, послушаем мессу. Не знаю, может быть, будет Туфамира, может быть, нет. Мы сидим, уселась тут на ступенечках. Ну, тут вроде бы люди сидят уже на ступенечках. Ох, может, не прогонят. Потому что людей много и уже не пускают в собор.
пока была на месте, но тут Памира не было. Ой, вы видите, везде зонтики, а здесь леечки. Это Сантьяго де Компостела. Прикольно.